чечены. Там на маршрутках, на такси они черненькие работают. По-русски не бы не мы, а... На своем лапочке. Самое интересное, как они... Это же регистрация, как они их получат. Все плохо, все оплачено, господи. Да ну как? Деньги, все деньги. Ну вот я в такси тоже в Москве работал, там вот половина заказов приходит, половина заказов сразу в заказе указано. Водитель славянин. То есть, чтобы либо русский, либо украинец, либо белорус, ну, но не какой-нибудь из аула. 50% вот таких заказов. Они еще не знают город. Не, ну Москву никто не знает. Нет, вот даже не в Москве, а вот под Москвой. Едет и спрашивает, а куда вам? Дорогу покажешь? Покажешь, да. Да не, ну мне здесь тоже, мне написали на Серова. А где на Серова? А вот Серова-то я знаю. Магазин и чуть-чуть дальше. А тут одна улица, да, за магазином. Серова-то я знаю, что вот она начинается и тянется. Да. Слабый сигнал. А куда тут? На Серова-то и налево тоже. Вот на правом тут. Там магазинчики, от магазина там буквально 3-4. От стекляшки? Да. Да, стекляшки. Хорошо. Трансформаторная будка. Это я знаю, что Серова. Ну я ж не знаю, где вы живете. Поэтому пункт живет. Я пока заказывала. Новый забыла их не улицу. Потом еще давай. Сотейникова улица, по ней дистанция. Это вокзал улица, не перемат городок. Да заказ у вас давно висел. Я так не хотел его брать. Не люблю я сюда ездить. А потом мне уже навязали, ну что пришлось брать. Ну, извиняйте. Ну. Вот тут слева трансформаторная будочка, я прямо сразу стараюсь. Чуть-чуть дальше. Сейчас увидим, да, вот сзади он там поджимает, сейчас пропустим, пусть едет. Ну все. Где она? А, вот она. Угу. Здесь, да? Да, тормозит. Спасибо большое. Пожалуйста. А ты рассчитывался? Да, рассчитывался. А зачем? Да, я не знаю, что ты. Ты сидишь, что ж, каждый день платишь, что ли? Сколько это, да? 270. Пожалуйста. Thank you.